Далее в программе интервью, которое взяли военные корреспонденты пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики у работника насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода о недавнем обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Скажите, пожалуйста, насколько важна эта станция, какие города обеспечиваются от нее водой? Станция важна, снабжаем технической водой 4 фильтровальные станции. Мариупольская, Красноармейская, Великоанадольская и Донецкая фильтровальная станция. То есть от вас водой запитаны... Запитаны города, находящиеся на территории ДНР и подконтрольной Украине территории. Расскажите, часто ли станция подвергается обстрелам? Последние дни, да, частенько. Особенно в темное время суток. Расскажите о том обстреле, который пришелся на вашу рабочую смену. Значит, вчера была моя смена. Находился на рабочем месте. Где-то после 19 часов услышал начало обстрела. Работала стрелковая. Я... по инструкции эвакуировался, ушел в бомбоубежище и через какое-то определенное время услышал взрыв. Где-то в 19.30 это было, 19.35. В 19.40 позвонил диспетчеру, сообщил о том, что произошло. Ну и находился до окончания обстрела в бомбоубежище. Потом, когда поутихло все, вернулся на рабочее место. Скажите, а страшно вот так вот после обстрела продолжать работу? Страшно. Но... ну, продолжаем работу. Уже четвертый год.